Всем привет, с вами Аделю. И это разбор заданий четвертой недели испытаний «Роковые сокровища». В серии заданий «Разгром проклятых» нам надо будет выполнить пару интересных задач, но давайте по порядку. Итак, первое задание – это обряд перехода. Нам нужно активировать форт проклятых. Для активации форта потребуется собрать все 6 огней судьбы. Как это делать, вы можете посмотреть в моем видео по форту проклятых. Ссылка в правом верхнем углу. После того, как все статуи будут с горящими фонарями, активируйте форт, воздвигнув череп на позвоночник скелетов в клетке. Думаю, тут будет сложно из-за того, что форт один, и все хотят его получить. Для прохождения задания не обязательно его зачищать. Второе задание – загробная жизнь. Победить серую кость или его призрака 5 раз. Проще убить его призраков, которых мы можем победить, выполняя квесты от Ларины. Но если вам удастся убить серую кость, выполняя первый квест обряд перехода, то это тоже пойдет в зачет. Третье задание – приключения проклятых. Пройти все 3 квеста, которые выдает Ларина. В продаже у Ларины будут свитки, которые она продавала на протяжении прошлых 3 недель. Приобретайте, активируйте на столе корабля и выполняйте. Все задания переведены, так что проблем не возникнет. Так вы сможете убить еще 3 призраков кости для выполнения задания «Загробная жизнь». Останется только один раз выполнить любой из 3 квестов, если у вас все было удачно с заходом в форт проклятых. Четвертое задание – на свой вкус. Станьте членом союза, где во всех корабельных фонарях горят огни судьбы одного и того же цвета. Тут просто нужна коммуникация с игроками. Думаю, что экипаж другого корабля тоже будет хотеть закрыть задание, просто будьте аккуратны. И приступайте к делу с пустым трюмом. А зажечь фонари вы можете и самостоятельно на обоих кораблях. Пятое задание – форты только вместе. Пройти форт проклятых, будучи участником союза. Опять же, сыграет фактор того, что все захотят выполнить задание и будут заключать союз. Тут главное – успеть урвать сундук Афины первым. Кстати, в процессе можно также и огни у всех зажечь. После активации форта они вам будут уже не нужны. Ну и последнее шестое задание – судьбоносное путешествие. Осветите корабль всеми 6 огнями судьбы. Поместите все огни судьбы в фонари на корабле и зажгите их. Самое главное — успеть попасть в волну, когда все будут выполнять задания. Тогда вам, скорее всего, не будут мешать, и каждый получит выгоду от союза. После же, команды, которые уже закрыли квесты, будут препятствовать выполнению заданий, так как будут считать вас наживой. Желаю вам всем найти хороших союзников. И не забывайте, что большой командой вам будет проще. Заходите на мой Discord сервер. Извините за такой голос, ну, сезонный ОРВИ, что поделаешь. Желаю всем здоровья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам понравилось видео. Всем удачи в плавании, пираты, и до новых встреч. Пока-пока.